Добрый день всем любителям сюжетных и атмосферных игр. У микрофона Хью. Мы с вами продолжаем играть в The Invincible. В предыдущей серии мы с вами полностью обследовали конвой, который, собственно, отправился с Кондора. Мы нашли только засыпанную в основном технику, трупы. И под самый конец нашли единственный какой-то транспорт на воздушной подушке, который работал. В нем мы нашли образцы вот этих вот мушек, которые, собственно говоря, и устраивают проблемы для живых организмов, людей, роботов, которые прибывают на эту планету. Это местная форма жизни, вот, которая образовалась в результате так называемой некроэволюции, как назвала это ясно. Но это, в общем-то, остатки технологии лириан, про которые говорилось в книге и, собственно говоря, по сюжету игры. То есть, когда древняя цивилизация лириане погибла по непонятным, неизвестным причинам, у них остались, условно говоря, простейшие роботы и более сложные роботы. И вот простейшие роботы в виде этих самых мушек, они победили сложных роботов, потому что им было проще приспособиться к жизни на планете. И, собственно говоря, вот они вот так вот существовали, пока не прибыли сюда люди. Но они как бы людям были не рады, вообще в целом любым живым существам, поэтому они вот их уничтожали за счет своего электромагнитного поля, вот, которое они создают, когда они хотят защититься или устранить какую-то для себя угрозу. Да, и в предыдущей серии мы, кстати, выяснили, что Ясна уже встречалась с этими мушками, и именно из-за них она потеряла память частично. Но она частично потеряла память, что удивительно, кстати говоря, потому что, ну, по сюжету книги я не помню, чтобы кто-то после встречи с мушками смог, ну, остаться в живых, скажем так. Ладненько, давайте мы с вами продолжим. Да, после всего этого мы попытались улететь. На нас эти мушки напали, сбили наш транспорт, но вроде как отстали от нас. В очередной раз как-то, видимо, повезло. И ясно очнулась, увидела какие-то силуэты около упавшего аэростата, который висел над базой Альянса. И мы, собственно говоря, до этого аэростата добрались. И сейчас, я так понимаю, будем смотреть фотографии с этого аэростата. Эта миссия никогда не закончится. Иногда мне кажется, что вы вот-вот улетите без меня. К чему бы это? Ну да ладно. Так, наше транспортное средство. Что бы мы без него делали? Так, я тут решил, типа, пешком пойти, да? Но силуэты были где-то вот там, наверху. Блин, что-то я далековато, на самом деле, остановился. А это что такое? Просто какая-то грязь, какой-то камень. Ладно, давайте подъедем поближе. Хотя тут ехать-то. Вот там какой-то вихрь, смотрите, впереди. Ну или несколько вихрей. Так, а что нам говорит детектор движения? Ничего не говорит. Интересно, это были наши глюки? Ох, ноги уже еле поднимаются. Отдохните немного, доктор. Вы это заслужили. В смысле отдохните? Это что? Так, ну вот там, скорее всего, да, оттуда я смогу достать карточки. Слушай, реально какие-то вихри начали появляться. Их до этого вроде особо-то и не было. Блин, меня вот эти пролаги мелкие так раздражать начали. Ну, я в прошлой серии об этом тоже говорил. Просто как можно было патчами опять все испортить? Ну вот как? Я нашла устройство записи.
Павшее устройство на Регисе? Ой, прекратите. Так. Кнопочка. Карточки. Так, берем. Есть. Посмотрим. Так, что это? L14. А, ну это вот взлетная площадка. 25-й день миссии. Утро. Это когда, по-моему, конвой как раз-таки отправился. Аэростат поднимается. Видно окрестности базы. Люди. Ну да, вон техника стоит. Они работают на полную. База активна. Что вот так вот смотреть? Так, это что? Транспорт на склоне. Внизу этого не было видно. Они оставили несколько транспортеров на вершине холма неподалеку. Так, ну хорошо. Аэростат покидает базу. В каком направлении? Приблизительно в южном. Что-то не очень понятно. Так, ну что это такое? Чего вот опять вот тормозит? Что такого тут сложного? Я вижу резервуары с водой. Целый комплекс. Кто-нибудь видит резервуары с водой? Я вот нифига не вижу. Ну, допустим. Камни, вода, песок. Что-нибудь интересное? Да не особо. Ни людей, ни аппаратов, никаких особых изменений обстановки. Ну да, вот река, каньон какой-то. Тоже ничего особенного. Аэростат завершает облет. На базе, похоже, стало тише. Но несколько человек остались. Два транспортера, которых раньше не было. Они собираются. Десяток людей собрались на площадке рядом с транспортом. Так. Они уехали. Не остались ни транспорта, ни людей. Должно быть, отправились на старую базу. Или кораблю. Но почему они не подождали возвращения конвоя? Может, они не знали, что остальные в опасности? Сомневаюсь, это было после нападения облака. Ну, значит, Альянс, очевидно, так относится к своим людям. Паршиво и низко. Да откуда ты знаешь? Так. Тут что? Пустота, кстати говоря. Смотрите, номера на транспортах, по-моему, написаны. В разном порядке. Дальше идут одинаковые снимки. Пустая база. Так, ну сейчас, наверное, он и нас должен заснять. Как мы прибыли. И их тут много. Движущийся вездеход. Да, это мы прибываем. А, он заснял момент, как я въезжаю на базу. Да, было дело. И снова все пусто. 2 часа дня.
Я тогда двигаюсь в сторону конвоя. Значит, это все? Чего, человек какой-то? Блин, как она это все видит? Я вот ничего не вижу. Постойте, вы ошибаетесь. Кто-то был на базе. Человек. Значит, он вам не привиделся. Да, я не сумасшедшая, я его видела. Я такого и не говорил. И все же приношу свои извинения. Не стоило сомневаться в ваших словах, ясно. Но где сейчас этот человек? Если с ним кто-то еще? Так как она его увидит тут? Я ни черта не вижу. Какое-то освещение странное, блин. Ладно. Так, это он куда-то наверх поднимается. Кажется, они рядом с базой. Судя по последнему снимку, у них там укрытие. Значит, нужно возвращаться. Попадите в укрытие Альянса. Так, у нас новая страничка комикса. Изучив записи аэростата, ясно подтверждает присутствие людей в этом районе. Она также обнаруживает возможное местоположение их базы. Так, укрытие. Укрытие, где укрытие? Там, где база. Hideout. Ну да, короче, надо вот по вот этой дороге ехать в сторону базы. Мне кажется, кстати говоря, я к этому укрытию уже подходил. Просто тогда я не смог в него попасть, естественно. Знаете, доктор, за десятки лет космических полетов я убедился в одном. Среди всех опасностей нашей работы самая большая — это люди. Согласна. Иногда я даже думаю, что люди — это худшее, что случилось в космосе. И с самим космосом. Тогда почему вы так упорно хотите их найти? Потому что я также верю в хорошее в людях. Бескорыстное желание помогать другим. Я не могу по-другому. Иначе все мои усилия были бы бессмысленны. Не знаю, стоит ли вам завидовать или еще больше волноваться. Да ты там сиди там в своей этой. А что, у меня карта не открывается? А, все понятно. Так, ну все, едем прямо и направо. Так, ну поехали искать. Да, блин, вот эти вот просадки FPS, это просто что-то с чем-то. О! Снова этот зонд. Он летает рядом с базой, в зоне досягаемости пункта управления. Так точно. Так что? Мне что, снова копаться во вражеском оборудовании? По-моему, чем больше информации мы получим, откладывая встречу с Альянсом, тем лучше. Ну так что, доктор? Хорошо. Мне интересно, что он мог записать. Особенно учитывая, что он мог заснять, что случилось с конвоем. Доберитесь до места, где последний раз видели члена Альянса. Так, ну последний раз, конечно, мы видели, как он в укрытие уходит куда-то. Так, что-то как-то я заехал очень криво. А, ну вон он. Зонд.
Жутенько по-прежнему. А, вон оно, укрытие, да? Шаг за шагом, ясно. Шаг за шагом. Я могла бы дни провести на этой базе и не найти это место. А надо-то было всего лишь посмотреть наверх. Значит, отсюда видно всю базу. Я проверю, когда доберусь туда, но... Похоже на то. Я знаю, о чем вы думаете. За мной могли наблюдать с самого прибытия. Не выключайте локатор. Может, так у вас будет небольшое преимущество во время встречи. Чё? Да, подожди. Не настраивается расстояние почему-то. Ну, я что-то, честно говоря, ничего не вижу. Так. Хорошо, так подождите. Вот это стоит... Это старый зонт стоит. Я его уже осматривал. Блин, да эти фризы просто невозможно. Ну что ж такое-то? Соберись, ясно. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Пошли. Поехали туда. О, блин. Меня этот робот напугал. Я забыл, что он тут стоит на базе. Выключенный. Так, убежище. Давайте смотреть. А вот и дорожки к этому убежищу, кстати, протоптанные. Я вроде сюда подходил. Да-да-да, я сюда подходил, я это помню. Я заезжал сюда на машине. Блин, фризы просто раздражают. Я заезжал сюда на машине и вот с этого ракурса смотрел. Так, вопрос только в том... Ага, вижу. Да, теперь здесь можно подняться, собственно говоря. Хорошо. Дали сейф. Честно говоря, странное место для укрытия. Ну, хотя, с другой стороны... Ну, я к тому, что до него добираться тяжело. С одной стороны, это преимущество, с другой стороны, если вот... Если он там один остался, а если он будет ранен, он же больше не сможет вернуться. В свое убежище. Придется подниматься без страховочного оборудования. Их оборудования я не вижу. А нет другого маршрута? Похоже, это единственный путь. Я тоже так думаю. Так. Так-то да, опасненько, можно кубарем покатиться обратно. Так, это что? Ясно. Я в порядке. Почти на месте. Вероятно, это последний шанс повернуть назад. И что дальше? Насколько я помню, других вариантов у нас не осталось. Просто на вашем месте, при всем уважении, Астрогатор, это я застряла на поверхности.
Так что, с вашего позволения, я попытаю удачу и... найду этого человека. Фу-фу-фуф. Какой вид? Не зря я сюда забиралась. Значит, вы на вершине. Да. Наблюдаете активность? Гудков не слышно. И точек не видно. Твою мать, как? Я нашла его. Отлично. Сохранять дистанцию, будьте осторожны. Слишком поздно. Ясно, что такое? Почему слишком поздно? Ясно, не молчите. Он ищет остальных, он... Ты. Это все ты. Черт, он вас увидел. Зачем? И он видит нас. Чего ты этим добилась? Плохо дело. Как его зовут? Рох... Рихтер, что ли? Или Рохтер? Так, ну... наверное, если попросить у него помощи, он будет более к нам снисходителен, я не знаю. Это все планета. Я тоже здесь застряла. Поднимайся. Вот и поговорили. Ясно, не провоцировать его. Если вы хоть минутку послушаете. Я сказал, поднимайся. Так, хорошо. Блин, вот опять же. Фризы на ровном месте. Из-за этого там, видимо, какие-то должны были быть анимации красивые, но... печаль, беда. Ясно, встречает вооруженного человека, который берет ее в плен. Ну так надо... когда идешь в логово врага, то надо как-то этот... не... рот-то не разевать, правильно? Вам нечего бояться. Я пришла с миром. Довольно. Поговорить время еще будет, обещаю. Что за... просто заткнись ради своего же блага. Ладно, спокойно, он ведет вас к своим командирам. Что в теории хорошо, но с ними ни в чем нельзя быть уверенными. Я, кстати, даже повернуться не могу к нему. Он меня сразу отпинывает. Интересно, если так часто поворачиваться, он пристрелит меня в итоге? Так и будет меня пинать в скафандр. Если я не пойду. Я сейчас зажал клавишу S, чтобы типа этот... идти назад. А чё он встал? Стой! Не двигайся. Даже Арактана не пощадили. Столько убийств. И как тебя совесть не мучает? Эй, не оборачивайся. Вы ученый, как и я. Ясно, что вы делаете. Мы не стреляем в людей. Стрелять? Вообще-то я техник. Пушки или химическое оружие, какая разница? Итог один. Я знаю, что погибли люди. Ваши товарищи. Но поймите. Не знаю, что ты замышляла. Говорить будешь с астрогатором. Посмотрим, найдете ли вы взаимопонимание. Ну да, очевидно. Нет необходимости. Но если будешь делать глупости, застрелю в два счета. Ясно. Не знаю, чего вы пытаетесь добиться, но он, похоже, серьезно. Должен быть способ как-то... я не знаю, что со мной будет. А? Что вы сказали? Тише, ясно, не рискуйте, просто слушайте меня. Я буду задавать вопросы, вы только отвечайте коротко, да или нет. Там есть кто-нибудь еще?
кроме него. Угу. Значит, он не один. Другие поблизости? Да работай, кусок дерьма. Угу. Почему не слышно других людей? Не-а. Погодите, значит, все-таки больше никого нет? Или это просто не люди? Что ж так не везет? Угу. Это неожиданно. У вас там что, инопланетяне? В это трудно поверить. Ясно, конечно, нет. Так вот почему. Наверняка это человекоподобный робот. Ага. Электроботов они списали, значит, это должен быть Арктан. Модель с маленькой глубоко посаженной головой. Так называемый носильщик. Теоретически безобидный. Но из-за невероятной силы и возможности перепрограммирования... Лучше быть с ним осторожнее. Надо же тебе было. Хотите рассказать что-то об этом человеке? Может, что-то о его внешности? Ну, давай. Это связано с его костюмом? С какой частью? Ноги? Туловище? У него что-то с головой? Что-то может быть необычного. Да и рассмотреть вам что-то сложно. Голова ведь у него в шлеме. Серьезно? Он без шлема? Вот почему я так хорошо его слышу. Так долго ходить без шлема? С такими уровнями кислорода и метана? Он просто сумасшедший. Заработало? Пойдем, привал окончен. Я слышу, что-то происходит. Идем прямо, никуда не сворачиваем. Куда он вас ведет? Можете спросить? Куда вы меня ведете? Ты сама сюда пришла. Так на что ты рассчитываешь? Забудьте об этом. Вы там обустроили полевую базу. Не думала, что у вас здесь будет вторая. Серьезно, ясно. Вот как? Интересно. Понятия имею, что это за место. И куда и зачем вы меня ведете? Доктор, ясно, придержите язык. Что-то мне подсказывает, что мы не встретим тут вашего астрогатора. Это так, тут только я и мои коллеги, те, кому повезло меньше. Может, и хорошо, что ты сюда попалась. Лично познакомишься, своими глазами посмотришь. Ясно, вы пропадаете. Сигнал слабеет. Там, куда он вас ведет, мы не сможем переговариваться. Угу. Заходи. Идите, ясно. Сохраните спокойствие. Я не хочу. Вперед. Ясно, я здесь. Я сделаю все, что от меня. Зачем, кстати, вот этот вот... То ли шнур, то ли что. То, что ты меня пинаешь-то постоянно, зараза. Ну, это, видимо, чтобы не заблудиться. Так, я слышу сигналы с этого радиомаячка. Значит, какие-то еще... Люди тут точно есть. О, смотри-ка. Сиди здесь. И даже не думай двигаться. У меня для тебя кое-что есть. Ясно, нашла выживших из Альянса. Это даже больше, чем нам нужно. Понятно. Это для твоей безопасности. Я тоже рад вас видеть. А что, наш приятель еще сердится? Ха-ха, всегда знал, что спелеологи идут только угрюмые. Спелеологи. Хотя спелеолог
Сулуска звучит уморительно. Ты должен быть голоден. Одна тебе. И одна. Сплускасу. Я пока не хочу. В горло ничего не лезет. Сплускас, дружище. Это всего лишь я. Спокойно. Ты в безопасности. Но тебе нужно поесть. Тебе нужны силы. Не делай так. Это вкусно. Давай, поешь. Понравилось? Очень вкусно. Еще чуть-чуть. К сожалению, хороших новостей нет. Я обыскал пещеры. Я знаю, что Макдова туда спустилась. Если бы ты мог рассказать, в какой пещере она работала, было бы намного проще, если бы ты... Себулон тоже как сквозь землю провалился. Даже не знаю, откуда начать. А еще, все, кто был в конвое, я завтра туда отправляюсь, может, уже с подкреплениями. Кстати, все прошло хорошо. А ты меня так отговаривал. Так, мистер, спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Бедняга. Что тебя ждет? Линдор, дружище. Не дай запудрить себе мозги. Она нам не товарищ. Это все ее рук дело. Вы не знаете, кто я. И не хотите слушать. Она тоже врет. Прости, нужно снова тебя пристегнуть. Я выйду на связь. А ты не лезь не в свое дело. Такая взяла и отвернулась. Так. Незнакомец отводит Ясну в свое укрытие, где она видит еще двух человек в состоянии глубокого ступора. Оба стали жертвами облака. Hello, мостик, прием. Это Рахитра. Рахитра. Как слышно? Прием. Вам все еще не слышно? Это экстренное сообщение. Сейчас 26-й день миссии 13:42. Сообщаю о присутствии сил Содружества на поверхности планеты. Под арест взят один человек. Женщина, безоружная. Других людей и аппаратов поблизости не замечено. Но она была в контакте по радио. Запрашиваю подкрепление. Конец связи. Эй, Милос. Надеюсь, ты еще в зоне с досягаемости. Слушай, здесь Содружество. Одну из них я поймал. Она с кем-то общалась по радио, но я никого больше не видел. Так, а что? Я вижу, чем вы тут занимаетесь. Просто хотел устроиться поудобнее. Ага, конечно. К неудобствам придется привыкнуть. Нам здесь еще долго сидеть. Меня зовут Ясна. Я не спрашивал. Вы Рахитра, да? Я астробиолог. Вы шпионка, а не астробиолог. Не подслушивайте, Ясна, и не говорите со мной. Я просто хотел спросить, вопросов тоже не нужно. А что мне можно? Со стеной поговорить? Ха, этого я вам запрещать не стану. Пока что. Чё, к нему повернуться-то не могу.
Растительность на лице. Вы здесь давно сидите? Вы защищаетесь от мушек? От чего? От мушек? Вы сами дали им такое название, в смысле Альянс. Похоже, вам будет о чем поговорить с руководством. Главное, чтобы не со мной. У вас здесь воздушные фильтры? Вы в курсе, что в атмосфере содержится метан? В курсе. Баллоны — временное решение. Что за банка? Постойте. Кондор? Что Кондор? Вы? Вы из экипажа Кондора? Да, и что? Чушь какая-то. Тут согласен, вы отборную чушь несете. О чем вы? Почему это для вас такое открытие? Это ваш флагман. Если бы мы знали, что здесь находится корабль такого класса, мы бы и не подумали высаживаться на регистри. Наша миссия была не в этом. Другое дело. Что, наконец-то расскажете, чем вы здесь занимаетесь? Так, ну либо рассказывать, либо нет, как бы. Так-то мы пытались выяснить, что они тут забыли, если уж по-честному. Давайте просто скажем, что мы ее изучали. Я прибыла на Стрекозе. Это небольшое исследовательское судно. Мы ищем планеты с обилием флоры и фауны. Это единственная причина, почему мы здесь. Ерунда. Это не планета, а труп. По нашим данным, жизнь здесь должна бить ключом. Учитывая состав атмосферы и освещения, эта планета — настоящий рай. Мы не могли предвидеть, что... Ладно, ладно. Не хотите говорить всей правды — не надо. Но и врать незачем. Окурки. Вы курите? Покурил бы, если бы сигареты не закончились. О! Хо-хо! А, мы ж находили эту пачку сигарет, я уже забыл про нее. Держите. О, Лем, хорошая марка. Коваль всегда такие курил. А, ну да, это же у нашего этого товарища. Мы забрали сигареты. Ладно, рассказывайте, зачем вы сюда прилетели? Мы ученые, это правда. Однако, нам нужно было выяснить, чем здесь занимаетесь вы. Точнее, зачем сюда прилетит непобедимый через несколько дней. Бессмыслица какая-то. Руководство незачем отправлять в этот сектор второй крейсер. Но вас-то все-таки отправили? Ничего подобного, мы остановились здесь случайно, нужно было починить основное ядро. Ничего не понимаю. Аналогично. Но я знаю, что произошло с вашими товарищами, то же самое, что и с нашими. Сколько вас было? Шестеро. Из них не пострадало только двое. В том числе вы. Я и Астрогатор. Он тоже где-то поблизости? На поверхности только я. Маловато. Я же говорила, у нас небольшое судно. Вот остальные. Горский, кибернетик, золотой ребенок. Серьезный не по годам, но все равно любознательный. Он чудом выжил. Я поделилась с ним кислородом, а потом его подобрал посадочный аппарат. Даже не знаю, в каком он сейчас состоянии. Что-то не очень похоже на чудо, а? Вы его спасли, удача здесь ни при чем. Марит, геолог, умнейший специалист. Совершенно не терпит глупостей. Мы с ней были близкими подругами. Краута, химик, второй по званию после Астрогатора. Получил смертельное ранение, блуждая в ступоре.
Мы не совсем поняли, как это вообще произошло. Коваль, наш физик. Он не реагирует на внешние раздражители. У него всегда был мягкий характер и странноватое чувство юмора. Покажите. Нас было больше. Намного больше. Милос вернулся на Кондор с выжившими. С теми уже не мог. Не мог. Да вообще ничего. Я остался на случай, если еще кто-то выжил. Вот теперь ждем. Чтоб тебя. Когда вы последний раз что-нибудь пили? Последний раз? Не помню уже. Так я и думал. Это вода. Местная, но обработанная. Идите, пейте. Наверняка жажда мучает после такого. Решите, стоит ли пить. Ну, типа, сейчас такое, проверка на доверие. Типа, если я ему буду доверять, то он будет доверять мне. Ну, давай, попьем. И умрем сразу же. Спасибо. Мне было это нужно. Мне тоже. Надо же, вы уже целых 2 секунды молчите. Ха. Очень смешно. Вы правда знаете, что с ними не так? Да, я знаю, что с ними произошло и почему. Эта планета населена микроботами. Ваши ученые назвали их мушками. Облако из миллионов микроботов. Что? Облако мушек, которое может в прямом смысле стереть человеческий разум, удалить все воспоминания. Звучит будто... Вы можете это как-то доказать? Вы найдете все доказательства у меня в журнале. Последовательность событий, изображение облака. Могу швырнуть? Нет, нашвырялись уже. Вот что мы сделаем. Я передам этому вашему астрогатору сообщение, пусть знает, что вы живы. А потом прочту ваш журнал. А вы пока отдохните немного. Вы столько пережили. Берите мой матрас, если хотите. Есть только уютно. И люди. Ясно было открыто с людьми из противоборствующего лагеря. Думаю, я уже порядочно отдохнула. Ну, то есть, как бы, видите, мы тут получаем какие-то достижения. 48% игроков нашла выживших из Альянса, а что их можно, типа, не найти? Ну, возможно, 50% это вот столько людей до этого места добралось в прохождении. Так, и только 23%. Ясно было открыто к людям из противоборствующего лагеря. Ну, то есть, видите, можно было... Я первый раз-то тоже как бы соврал ему, что мы тут чисто изучали, да, что-то. Но потом я все-таки признался, что мы типа следили за... как бы активностью Альянса. Ну и плюс я выпил воды, предложенной мне. Как бы, ну, это на самом деле знак доверия, особенно если, разрабы решили, ну, так скажем, добавить щепотку противостояния некоего альянса и содружества, чего не было в книге, то это очень важный момент, да, потому что, как бы, кстати говоря, вы вот знаете, почему люди чокаются? Знаете почему? Потому что в средние века, когда товарищи друг друга травили, как бы, когда ты чокался, ты, получается, переливал немножко жидкости из своего кубка в соседний кубок. И то есть, если как бы все себя вели нормально после этого, не нервничали, да, спокойно выпивали, то это был признак доверия. Вот, просто вот это вот чоканье дошло до наших дней, ну, в таком уже, так сказать, просто жест. Обычай, традиция. Но вот это все корнями оттуда. И то, что мы сейчас попили воды, это, можно сказать, ну, тоже такой знак доверия. Так. Рахитра, вы спите? Молчание — знак согласия.
Интересно, если я к роботу подойду, он меня остановит? Okay. Ладно, ладно, спокойно. Ладно, я не буду проверять, что будет, если я подойду к нему еще разок. Там какое-то отверстие. Так, это у нас зонт. Рахитра, вы не против, если я поиграю с вашим зондом? Что ж, молчание — знак согласия. А зачем мне вообще с зондом играть? Так, где это мы вообще? А, ну это мы, видимо, около укрытия, что ли? Ну, то есть он знал, что мы идем за ним, получается, так? Так, что-то не то. Так, если еще раз запуститься. Или мне нужно зонт сейчас... пещеру отправить, или как? Как нужно сделать? Так, нет, тоже какая-то фигня. Так, я вижу свою тень. А, вот, смотрите-ка. Нет, не дает мне. Хм. Слушай, я не знаю, может быть, мне пока что не нужно этим заниматься. Блин, я такое чувство, что куда-то залетел и вылететь теперь не могу. Изображение все хуже и хуже, а я понять не могу, куда я лечу. Что мне вот делать? Либо подъем. Я вообще потерял изображение. А если сейчас выйду отсюда, я уже сюда не смогу вернуть. Ну, то есть я сейчас опять обратно открою, и толку не будет. Потому что изображения все равно не будет. Угу. А, во. Вылетел. Так, ну вон там какой-то что-то типа транспортера. Только где этот зонт летает, я, честно говоря, не понимаю. Сюда вперед лечу, то тут ухудшается картинка. Сюда лечу, да, тут тоже ухудшается. Так, ладно. Короче, видимо, это потом нам нужно будет с этим как-то поиграться, я не знаю.
Так, вот оттуда мы пришли. Тут вот какое-то оборудование. Навигация по галактике. Ох, вот это пистолет. Возьмем его в плен. Должна быть антенна снаружи. Ну да, что? Что не так с антенной? А где третий, кстати говоря? Их же тут трое должно быть. Эй, как вы сюда попали? Содружество, что вы здесь делаете? Спокойно, Ракитра. Это я, ясно? Не знаю я никакую... Секунду. Откуда вы знаете, как меня зовут? Да что ж такое, мы вчера встретились. Вы серьезно не помните? Я... Пытаетесь меня надурить? Чёртово содружество. Давайте без глупостей. Мы оба знаем, что бластер не работает. Вы мне сами об этом сказали. И про товарища, которого вам пришлось из него убить. Я знаю, что вы ждете подмогу с Кондора и делаете все возможное, чтобы Сулускас и Линдер выжили. Я знаю, что с ними произошло, и мне кажется, нечто подобное случилось и с вами. Может, это... Дайте договорить. Мой журнал у вас. Там все описано. Вы про это? Да. Прочитайте и... Я подожду еще. Это он поднялся, да? Ну да. Ну что? Все прочитали? Достаточно. Забирайте. Спокойно, все будет хорошо. У нас получится? Доктор Ясно, да? Можно просто Ясно. Хорошо, Ясно. Хочу попросить об услуге. Кто-то должен найти Милоса. Если это облако и правда повредило мой мозг, тогда мы понятия не имеем, сколько времени прошло. Я вообще уже ничего не понимаю. Почему он до сих пор не вернулся? Не волнуйтесь, я думала об этом же. Тогда я выхожу, а вы подождите меня здесь с товарищами. Спасибо. Внизу есть вездеход. Езжайте через другой выход, потайной, так сказать. Он вон там, позади меня. Отправляйтесь на нижний уровень, найдите вездеход. Так. Я с ним удается разговорить Рахитру и убедить его в своей невиновности. Проснувшись, Ясно обнаружила, что Рахитра ее не помнит. Оставив Рахитру в укрытии, она в одиночку отправляется к Кондору. А зачем тебе нужно... Ну, зачем упоминалась вот эта антенна? То, что она, типа, снаружи где-то. Все, я теперь могу обойти тебя, нет? Нет, все-таки не могу. Так, я тут ничего не вижу. Мне отсюда нужно выходить или нет? Видимо, нет. Так, и этой штукой я тоже уже не могу воспользоваться. Ладно, хорошо. А что так темно-то? Так, подожди, а что-то... Я что-то выйти не могу. Куда идти-то? А, во, смотри. Он только что что-то за ним, да, появилось? Нет? Ну да, вон. Только я туда попасть не могу почему-то. Это очень странно. Так, а давайте загрузимся тогда. Может, что-то действительно не так работает. Блин, а это...
22.41, это так-то долго. Сейва не было до сих пор. Что-то сломалось, вам не кажется? Ага, вон, видите, Кондор написано. Ну вот она не хочет... А, лол. Я не заметил этот проход. А это что тогда за... Вперед. Знаю, выглядит не очень приветливо, но поверьте на слово. Так вы доберетесь до пункта назначения. Кондору ведет только одна дорога. Что это за шторка такая? Так, ну, погнали. Удачи, доктор. Ясно. Блин. Это было... Даже не знаю. Надо все рассказать Новику. Новику. Найдите вездеход Архитры. О, ну и куча. Жесть. Слушай, ну у них так-то много было запасов. Так, нам явно не туда. Куда же нам тогда? Ух ты. Так. Ну, наверное, надо идти по проводу. По-любому куда-нибудь придем. Ага, придем. Там он провал, он такой. Здоровенный. Так, я не понимаю, куда идти. А походу я отсюда и пришел. Да, я вот к этой яме подходил. Ну, это тоже на проход не похоже. Куда тогда идти? А, все-таки сюда. Серьезно? Ты хоть бы свет какой-нибудь бы зажгла. Ничего ж не видно. Так, вот вездеход. Ага, вот выбрались. Так, хорошо, если это вездеход, а тут что? В таком случае. Ничего, нельзя подняться? Ну ладно. Пойдем тогда. База, как слышно? Ясно, рад вас слышать. Если честно, сообщение от члена Альянса меня встревожило. Подкрепление, о котором он говорил, прибыло? Я пытался перехватить их ответ. Безрезультатно. Нет, напротив. Это я еду за ними. Что-то с этими людьми не так, Астрогатор. В смысле, дела хуже, чем я ожидала. Вы про подмогу, или вам встретился кто-то еще? С ними были еще двое мужчин, в полном беспамятстве. Что ж, неудивительно. А вот Рахитра... Да, доктор? Эм...
С виду-то он грозный, но на самом деле он просто в растерянности. Не знаю, что с ним не так, но сегодня утром он меня не вспомнил. Он вступил в контакт с облаком. Скорее всего. Я вам самое важное не рассказала. Кондор здесь. Да. Штаб все перепутал. На Регис-3 прилетел Кондор, а не непобедимый. Причем давно. Направляйтесь к Кондору. Ну, собственно говоря, да, вот... Вот этим зондом я и управлял. А, все, я даже узнал. Я даже узнал это место на карте. Вот он был, заваленный проход. Это вот проход к основной базе, на которой мы с вами были. Тут был завал. Сейчас, видимо, поедем. Ну да, Если вы беспокоились, я все еще здесь. Просто времени уходит больше, чем я рассчитывала. Я не знаю, как это бывает. Можете не объяснять, доктор. Вместе мы справимся. Ну вот он, Кондор, правильно ведь? Здесь должен быть. Мы сюда еще не вроде как... не ездили. Ладно, давайте на этом... Так, что опять зависло? Давайте на этом закончим на сегодня и продолжим в следующей серии. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте оценивать, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Boosty. Ссылку на прохождение The Invincible вы найдете в описании под видео. У микрофона был Хью. До новых встреч, увидимся и пока-пока.